Минула ніч на Харківщині. Будемо далі говорити із Наталією Поповою, радницею голови Харківської обласної ради. Доброго ранку, пані Наталія. Здравствуйте. Давайте традиційно розпочнемо з оперативної ситуації в регіоні зранку. Чи були обстріли, які наслідки? Розкажіть, будь ласка. Предварительно в начале первого було произведено 7 вылетов ракет з території Белгорода по території Харкова і Харківської області. Минимум 2 из них приземлились на территории Харькова. Был пожар, офисное здание, это было СТО, уже локализирован. И пострадал рядом крытый паркинг, пострадали автомобили, но, к счастью, без жертв. Одна из ракет вошла в землю, там выбиты стекла на одной из подстанций скорых, которая располагалась недалеко от места прилета. Но, к счастью, также у нас по территории города и области без пострадавших. И буквально там, полтора часа назад было также несколько прилетов. Экстренка работает, ГСЧС работает, но за ночь по линии экстренной медицинской помощи в области без пострадавших и погибших. Наші захисники вчора обіцяли гарні новини з Харківщини. Чи є якісь зміни лінії фронту, про які можна, звісно, розказати? Як реагує ворог на активність наших військових? Чи змінилася інтенсивність обстрілів? Можливо, щось таке розкажете? Якщо говорити про інтенсивність обстрілів, то ми бачите самі за ніч 9 перельотів по території міста і області. Наш противник нервничає, але ситуація, по-моєму, на даний момент краще всього из того, что, допустим, прокомментировал советник главы офиса президента, который уже сообщил, что у нашего противника знатные проблемы, и им приходится немножко уходить на восток. Причины, по которой на данный момент это не комментируется, потому что какой бы населенный пункт не освобождался, какие бы территории не зачищались, мало того, чтобы зайти на территорию населенного пункта, нужно его весь пройти, выйти и сделать оборонительный позиции за территорией населенного пункта для того, чтобы обезопасить жителей того или иного населенного пункта на территории нашей области. По этой причине гражданские превыше всего необходимо немножко подождать. Так, будемо чекати, сподіватися на гарні новини. А розкажіть, будь ласка, про масштаби руйнувань в області. Чи можна говорити, наприклад, про відновлення якоїсь частини зі зруйнованого житлового фонду ще до закінчення війни, приміром? Порядка 30% территории у нас не подконтрольны. Про них мы даже говорить на данный момент не можем, о том, какие масштабы разрушений. Если говорить о территории города и области, 2900 с копейками разрушено многоэтажных жилых зданий, 4800 частных домов. И, к сожалению, реально каждый день эта цифра увеличивается. То есть говорить о восстановлении инфраструктуры жилого фонда на данный момент, в принципе, это невозможно, так как разрушается он абсолютно рандомно прилетами, которые не подконтрольны никаким правилам войны. И поэтому, к сожалению, мы сможем говорить о восстановлении нашего города и области только после того, как закончатся активные боевые действия. Скажіть, а скільки людей без житла зараз в області залишається? От мер Харкова нещодавно в нашому ефірі казав, що лише в місті, в Харкові, 150 тисяч. А скільки по області і які плани по їх розселенню? І хто може розраховувати на це розселення? Смотрите, ті райони нашої області, які найбільше підвержені опасности зимой, все это связано будет с отопительным сезоном, они на данный момент проходят опросник о том, готовы ли они выехать, а готовы ли выехать на собственном транспорте, на автобусах военной администрации, волонтеров, либо понадобится спецтранспорт, то есть для лежачих пациентов, то есть, например, скорые. Как только этот опрос закончится, у нас будет понимание, сколько людей хотят покинуть свои дома. Те, кто уже их потерял, люди, которые находились в селах, там немного легче. Некоторые сами переселились к соседям, либо какие-то свободные хаты. Те, кто уже потерял жилье, обращались в местные громады и их расселяли либо по нашим общежитиям, либо они уже уезжали вглубь страны. Путей покинуть неподконтрольную территорию, на сожалению, один. Вот 756 человек покинуло позавчера, из них больше там, 140 деток.
благодаря также нашим волонтерам и военной администрации. То есть все происходит через местные громады, но точного количества людей, которые потеряли свои дома на территории области, посчитать физически невозможно, потому что линия соприкосновения, она очень активная, и там просто сейчас перепись этого жилого фонда проводить невозможно. А як щодо евакуації з окупованих територій, звідти можна якось виїхати більш-менш безпечно зараз? Ну, в понедельник как раз ближе к вечеру наша ГСЧС и военная администрация сообщали о том, что при помощи волонтеров Красного Креста больше 740 людей выехали. У нас эвакуация в области каждый понедельник. К сожалению, за раз не удается выехать всем, кто того хочет, потому что, как вы знаете, в области ситуация сейчас очень активно развивается касаемо освобождения каких-то территорий, в принципе, боевых действий. Поэтому, я думаю, в ближайшее время, возможно, выезд усложнится, но в целом там до 1000, 1500 доходило до 2000 за один раз наших людей выходит на наши территории. По надобности расселяем, по надобности кормим, ну, либо люди уезжают вглубь страны к своим друзьям и родственникам. А як щодо опалювального сезону? Я розумію, що це зараз для всіх українців таке складне питання, але у вас особливо. Чи є міста в області, де розпочати його буде просто неможливо? Що пропонують людям з таких територій? На даний момент отопительний сезон ми можемо почати везде, але іменно на даний момент. Тобто, якщо у нас за одну ночь може на території міста області предварительно, да, например, порядка 9 ракет, то мы понимаем, что у нас ситуация, возможно, быстро меняющаяся, поэтому всех жителей мы просим готовиться к самой тяжелой зиме для нашего региона за историю независимости. Понятное дело, если вы находитесь в области, у вас печь, то запасайтесь дровами. Если вы в городе, то, в принципе, главное утеплять дополнительно свои квартиры, потому что эту зиму нам нужно будет устоять не фактически касаемо какого-то военного плана, а просто касаемо жизнедеятельности нашей инфраструктуры. На данный момент мы готовы. Скажіть, а от за півроку прильоти, коли по житлових будинках майже щодня, чи сталися якісь зміни в роботі рятувальних служб, щоб ну якось мінімізувати кількість жертв ворожих обстрілів? Яка взагалі робота проводиться з населенням в цьому плані? У нас на вчорашнє утро, всього за время бойових дій, серед гражданських 1100 пострадавших, це ранені. Самым важным, как по мне, изменением, которое произошло за время войны, стало умение информационной тишины. То есть, когда в городе происходили прилеты изначально, многие телеграм-каналы, информационные площадки сообщали о местах прилетов, поэтому, когда выезжали без АЧС, либо экстренная медпомощь, что их сверху накрывали еще повторно ударами градов, когда грады доставали до Харькова, либо РСЗО. Сейчас, благодаря вот 3-4-6-часовым таким зазором информационной тишины, им стало гораздо легче работать. Все выезжают синхронно, буквально. Сегодня ночью наблюдали 3-4 минуты со времени прилета от момента прилета до момента приезда ГСЧС на место тушения. То есть очень-очень ускорилась работа. Смогли, насколько это возможно, защитить сотрудников ГСЧС и экстренки, это выдать бронежилеты благодаря и министерствам, и волонтерам, и, в принципе, нашим донорам. Поэтому, наверное, просто уже привыкли, отработали какие-то новые навыки касаемо ускоренности работы, и в целом регион работает полноценно. Ще в нас буквально кілька секунд залишається, але не можу не спитати щодо навчального року. Як з цим, як розпочався навчальний рік? Чи всі мають змогу вчитися? У нас на 1 сентября стартувало порядка 214 тисяч учнів, приступили к обучению. Более 13 тисяч з них первоклашок. Це із положительного. В нашому регіоні теж є первоклашки. К сожалению, процесс обучения сам только в онлайн-режиме, но по причине фактической невозможности в данный момент обеспечить полную безопасность нашим деткам. До войны у нас обучалось 260 тысяч детей.
45 тысяч у нас, к сожалению, потеря. Видимо, переехали, может, уехали в Европу, может быть, в другие регионы. Но все преподаватели приступили к работе, все детки, которые хотели начать обучение, они начали обучение. Для первоклашек департаменты подкорректировали программу, добавили какие-то игровые формы обучения, благодаря чему детям должно быть легче. Но обучение в нашем регионе проходит своим чередом. Я вам дуже дякую за вашу роботу і за те, що погодилися з нами поговорити. Нагадаю глядачам, це була Наталія Попова, радниця голови Харківської обласної ради. До нових зустрічей.